Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Выполним третье задание на странице 14. Как можно двумя способами уравнять любые две группы предметов из трех заданных? Используя слова «добавить», «убрать». Итак, если мы хотим уравнять любые две группы предметов из трех заданных, то мы можем это сделать двумя способами. Способ первый. Мы можем добавить недостающее количество предметов. И способ второй, мы можем убрать лишнее количество предметов. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.